Добрый день. Сегодня у нас Даян Тенгюн 2. Магнитный кубик 3х3 от компании Даян. Я очень ждал эту головоломку. Предыдущая версия, первая Тенгюна, мне очень понравилась. И это был бы идеальный куб, будь в нем чуть посильнее магниты. Мне немного не хватало контроля. Но именно вот этим кубиком все время на всех чемпионатах собирала моя супруга. Здесь новый куб со всеми модными заморочками. Есть регулировка пружин, магнитов, все есть. Очень красивая коробочка, сразу демонстрирует нам систему смены магнитов. Все очень стильно, красиво, прочно. Сам кубик визуально он практически не отличается от своей предыдущей версии. Вот такой вот здесь коробок для того, чтобы кубик остался цел. И с комплектацией еще одна коробочка. И сразу займем, чтобы потом не возвращаться. Раз бумажка. Какие тут инструменты. Пружинки. И еще бумажка. И еще что-то. Все вот это вот лишнее откладываем и начинаем рассматривать. Так, это, понятное дело, пружинки. Причем пружинки двух видов. Подлиннее, так понимаю, и покороче. Но, видимо, их можно поменять. Я их не трогал, пусть лежат. Дальше, у нас есть инструкция. Это я еще не открывал, но здесь, видимо, Фридрих. Фридрих от Даяна, вполне компактный. F2L, OLL, PLL. Все есть. Это, судя по всему, метод для начинающих. Ну, видимо, все по-китайски. Здесь, ну, алгоритм по-английски, а все надписи по-китайски. Могли бы и английский сделать. Ну, да ладно, откладываем. Дальше. Здесь инструкция про все вот эти вот регулировки. К ней вернемся. Есть запасная крестовина, что бывает не так часто, но весьма интересно. Надеюсь, не пригодится никогда. Есть две отверточки и вот такой ключик. Ну, теперь давайте разбираться, для чего эти инструменты нужны. Сразу сравним кубики первой и второй версии. Вот первая версия можно по более грязному логотипу отличить. Ну, первый был 56 мм, второй 55,5. И второй чуть потяжелее. Это то, что касается, ну, основных характеристик. И если посмотреть на цвета, они тоже слегка отличаются. Белый прям такой кипельно-белый стал. Ну, оранжевый. На камере, наверное, вообще разницы никакой. Синий похож, но здесь немножко посвежее. Красный значительно ярче. Зеленый чуть потемнее, наоборот. И желтый, опять же, ну, похоже, что пластик немножко поплотнее. То здесь что-то просвечивается, а здесь нет. Ну, или покрасили получше. Но внутреннее строение мы посмотрим чуть позже. Для чего нужны инструменты? Ну, понятно, что вот эта отверточка шлицевая или плоская, она нужна для регулировки магнитов. Здесь это сделано такой барабанной системой. И стоит три разных магнитика. Циферки 1, 2, 3, которые более-менее нормально видно в кои-то веки. И вот этой отверточкой можно поворачивать. Позиции вот так вот фиксируются. Я оставил на циферке 1. Перепробовал все варианты, какие есть. И разница между ними не такая уж и большая. Но я выбрал самые сильные магниты, как того и хотел от кубика Даян. То есть, напомню, первый кубик меня всем устраивал, кроме силы магнитов. Здесь взял самую сильную модификацию и на ней остановился. Дальше. Здесь еще отверточка крестовая.
И есть вот такой вот ключик. Если мы снимем какой-нибудь центр, давайте какой-нибудь желтый, вот так выглядит крышечка, и внутри такие 4 штрика, которые фиксируются об эту крышечку. А внутри видим такую вот гаечку, на которой есть много-много цифрок. Надеюсь, на камере хоть что-то видно из них, потому что опять все циферки однотонные самой гаечкой, и для меня это прямо мука разглядывать. Но здесь есть ключик, у которого две стороны, и каждая из этих сторон что-то регулирует. Если меньшей стороной мы будем регулировать вот так. Здесь позиции есть 0,6, 0,8, 1,2. Это вот одна регулировка. И с другой стороны можем ключиком за внешнюю часть гайки вращать. И здесь есть позиции 1,5, 1,0, 0,5, 0. Как-то так. Что все это значит? Давайте разберемся по вот этой инструкции. Здесь, возможно, даже будет лучше видно. Здесь даже есть по-английски. Ну, первое. Мы видим систему магнитов, барабан. Strong, medium, light. Ну, первый самый сильный, второй средний, третий легкий. Тут все понятно. Барабанная система. Интересно, красиво. Поехали дальше. Да, я не сказал, для чего нужна крестовая отверточка. Она нужна как раз для того, чтобы загонять вот этот винт. Либо ослаблять, либо затягивать. Мне эта опция не потребовалась пока без нее. Но это, видимо, для того, чтобы разобрать. И если присмотреться вот сюда, мы видим, что здесь две пружинки. Одна покороче, другая подлиннее. Это как раз те пружинки, которые у нас были запасные в комплекте. Я, кстати, не знаю, другой они жесткости или точно такой же, но они есть. Я пока не пробовал. Если кто-то экспериментировал, напишите в комментариях. То есть вот более короткая пружинка, она с внешней стороны, и более длинная, она, ну, ближе к центру кубика. И, соответственно, маленькой частью ключа мы вращаем внешнюю гайку вот эту, а большой вот эту внутреннюю. И, соответственно, затягиваем как эту пружинку, так и вот эту пружинку. Ну и все. И здесь можем, конечно, смотреть по вот этим вот циферкам. 0,6, 0,8, 1,0, 1,2 – это внешняя пружинка. И 0,05, 1,5 – внутренняя пружинка. Здесь вот на картинке сделали красным эти циферки, но на деле их тут почти не видно. Но я пока остановился на конфигурации, то есть я прощелкал вот эти все, сделал самую последнюю, по-моему, 1,2, и на ней кубик стал разлетаться. То есть Даян должен попать, старый стереотип, и он, естественно, попнул несколько раз. В итоге я при помощи регулировки второй пружинки затянул кубик практически на максимум. В итоге у меня настройки такие: 1,2 на внешней гайке и 0,5 на внутренней. Ну, возможно, я внешнюю гайку еще до 1,0 верну, чтобы было чуть пожестче. Потому что даже в такой настройке кубик, ну вот, достаточно сильно растянут, и иногда кажется, что элементы могут выпасть. Это все, что касается механизма вращения. Я уже открутил 1000 сборок на нем. И, ну, как бы особых рекордов не поставил, но, скажем так, я не страдал. Это кубик, который определенно стоит внимания. То есть, если у вас все хорошо с головоломками, но вам хочется чего-то нового, то вполне можно обратить внимание именно на Даян второй версии. Я пока не назову его самым лучшим кубиком в истории. Хотя, честно скажу, я от него ожидал именно такого.
Мне не хватило, наверное, 1000 сборок для того, чтобы однозначно в него влюбиться. Но это определенно тот куб, который я буду вращать дальше. Даже он, наверное, станет моим основным кубиком на какое-то время. Ну, я надеюсь, что скоро соревнования вернутся в нашу жизнь, именно такие полноценные, не онлайн. И я на нем как-то обновлю свои результаты. Если сравнить его, опять же, с предыдущей моделью, которая вот чуть легче в руках ощущается, ну, соответственно, меньше контроля, ну, учитывая, что здесь самые сильные магниты, то ощущения некоторые похожи. То есть быстрый, приятный кубик, он глянцевый, никакого здесь матового пластика нет. Все хорошо, приятно, ну вот, скажем так, обвиняли вот этот первый Даян в том, что он много чего накопипастил у других, но это не сделало кубик хуже, он стал практически идеальным, и многие его за это любят. Не было бы других кубов, с радостью бы на нем собирал. Здесь же, не знаю, может он чуть погромче, хотя примерно такой же. То есть Даян, они как бы славятся тем, что это достаточно тихие головоломки. Если взять он тот же какой-нибудь гановский Monster Go, мне кажется, он пошумнее. Хотя ганы тоже не очень громкие. Получается, теперь Даян занял все необходимые ниши. То есть есть вот бюджетный, маломерный Даян Гухонг V3M. Есть топ куб Даян, чуть дешевле, но чуть дороже. Да, и Даян, он же не самый дорогой куб. То есть это не ган там за 4000, он стоит чуть ли не в два раза меньше. Куб определенно интересный. Да, иногда моя собственная кривая рукость приводит к тому, что он у меня лакапит. Но куда без этого. Сейчас так много головоломок новых вышло, что я просто не успеваю тестировать все, что есть. То есть там на очереди и Mi Long магнитный, и тот же самый Monster Go, который пока так себе, и MF3 RS3M скоро приедет. Но что хотелось бы вспомнить, да, и по отзывам многих, кто не оценил Даян 2 изначально из коробки. Если вспомнить именно ощущение из коробки, то он вообще никакой. То есть он действительно такой, как будто в него насыпали песок. Да, те, кто этого испугался, не бойтесь. Добавьте смазки, открутите сборок 50-100, и это все пройдет. Возможно, это из-за того, что вот барабанный механизм вот этот вот как-то там не очень ровно изначально стоит, не знаю из-за чего, но первые ощущения, да, действительно были неприятные. И я, честно, достал кубик из коробки, покрутил, и это не то, чего я ждал. Но, поигравшись с настройкой, а изначально он очень тугой, все его сильно расслабил, поигравшись с настройкой, я нашел именно тот вариант, который мне приятен. Да, возможно, он не окончательный, возможно, что-то я изменю, но это Даян, а к Даяну я отношусь с любовью и трепетом. Ну, первый кубик Даян 5 Занчи у меня был как раз именно от этого производителя. Ну, почему-то мне вот хочется, чтобы Даян процветал. Помимо, ну, скоростных головоломок, они производят много хороших головоломок, ну, посложнее, скажем так, которые не на скорость, а на подумать. Но удачный куб в любом случае. Иногда у меня из-за того, что кубик сильно расслаблен, палец может туда куда-то провалиться. Но это из-за сильной расслабленности и из-за кривых пальцев. Ну а теперь посмотрим, как сильно инженеры Даян постарались и улучшили строение своего кубика по сравнению с первой версией. Поскольку детальки достаточно похожи, я из первой версии достану с желтой грани элементы. Достается достаточно легко. А из второй версии с белой стороны и тоже не достается достаточно легко. Ну, опять же, сильно расслаблено. Скорее всего, подзатяну немножко. Ну и давайте смотреть. Все блестит, все красивое. Вот это ребра. Мы видим, что почти все здесь из неокрашенного пластика. С
самой ножки, самый низ очень похож, но чуть выше все переработано, все немножко другое. Ну и, соответственно, магнитный барабан в ребре совершенно не такой. То есть это не копирование с небольшими изменениями, как делают там Мою, Violon GTS-2M, хоть и отличный куб, но они просто что-то в нем меняют, оставляют все такое же. Здесь нет, здесь все переработано. И уголки. Желтый — это опять же у нас первая версия, а беленький — вторая версия. Ножка переработана. Сами магнитные капсулы выглядят по-другому. Ну, что еще я не сказал, здесь вот такая вот волнистая насечка, похожая на даяновские соты. На ребрах ее незаметно, а вот на углах есть. Ну, а крестовинки вроде похожие. Это второй тенгюн, это первый тенгюн. Вот у нас строение. Слегка усилена вот эта юбка центра, что видно. Ну, в общем, постарались. Если подытожить, то можно сказать, что Даян первый Тингюн до сих пор тоже актуален. И если кому-то нравятся не самые сильные магниты, он будет, наверное, идеальным. То есть тихий, быстрый, отличный куб 3 на 3 с магнитами, все хорошо. Второй — это прокачанный первый. Он тоже отличный, он тоже замечательный. В нем есть широкий простор для калибровки, для настройки. Да, пусть мне хотелось бы большей разницы в силе магнитов. Вот этот барабан настраивал бы, чтобы как-то их более значительно. Но здесь похоже на MGC3 Elite. Примерно такая же система. Не то, что система такая же, но разница в магнитах. То есть, что там не сильная, что тут. То есть, если мы возьмем ган, там прям совсем слабая, очень сильная и средняя. А здесь, ну, так, чуть поближе все эти значения. Но регулировка вот пружин двойная, она прям серьезная. И регулируя внешнюю и внутреннюю, можно достичь, наверное, своего идеала. Определенно продолжу собирать на этом кубики, ну, естественно, после того, как протестирую еще там как минимум три новинки, которые у меня тут уже есть или едут впереди. То есть я к этому кубику вернусь. То есть он не будет у меня пылиться на полочке, как предыдущий MS3x3 от GE, на котором я 1000 собрал и просто поставил. И это не важно, что там бюджетка, здесь топ-куб. Просто куб интересный, просто кубик мне нравится, и, возможно, он останется моим основным. Но посмотрим, пока загадывать не буду. А на этом все. Всем спасибо, всем пока.